В сети появилось видео с регистратора аварии на поселке Котовского. ДТП произошло 9 марта на углу улиц Академика Заболотного и Академика Сахарова. Там автомобиль Hyundai столкнулся с мотоциклом Honda. Пострадавшего мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу. Пресс-служба патрульной полиции обращается ко всем участникам дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными и осторожными на дорогах.